Семь незабываемых, наполненных яркими впечатлениями лет в лицее позади. Эти годы вместили огромное количество звонков для лицеистов выпускного 11 класса. Для каждого из них все звонки не были похожи друг на друга. Какой-то торопил на первый урок, какой-то к любимому учителю. Какой-то выручал в трагический момент, когда вызывали к доске. А были и ни с чем не сравнимые звонки в конце четверти и в конце учебного года. Казалось, им не будет конца. Но время пришло, и самый последний школьный звонок прозвенел для выпускников лицея. На торжественную линейку, посвященную этому значимому в жизни каждого выпускника событию, в актовом зале лицея номер 21 собрались юноши и девушки выпускного 11 класса, родители, педагоги и гости. Со своей стороны, поздравляя ребят со значимым событием, Надежда Цыганова, директор лицея номер 21, назвала этот последний звонок последним основным рубежом на пути к ЕГЭ, на который вышли выпускники. Надежда Петровна сказала юношам и девушкам напутственные слова перед приближающимися экзаменами и свою уверенность в будущем каждого, кто покидает стены родного образовательного учреждения. Милые выпускники, вы вышли на основной рубеж, на рубеж сдачи единого государственного экзамена. И вы не просто заканчиваете среднюю школу, вы еще, уважаемые, поступаете в учебное заведение. Кто-то поступит в Москву, кто-то поступит в Екатеринбург, Красноярск, кто-то в Тюмень, кто-то в Артемовске, кто куда. Кто выберет высшее учебное заведение, престижное, кто-то менее престижное, кто-то выберет среднетехническое, колледж или еще что-то. Но я уверена, что каждый из вас будет обучаться, поступит, по крайней мере, и будет обучаться в каком-то образовательном учреждении. И вот от чего зависит, куда вы попадете? В первую очередь, конечно, от результата. От результата единого государственного экзамена. И очень хотелось бы, чтобы этот результат был достаточен для того, чтобы вы поступили туда, куда хотите. Ибо это ваш дальнейший путь, ваша успешность в жизни, ваше удовлетворение ваших желаний. И чтобы это осуществилось, я полагаю, что нужно очень серьезно подойти к сдаче этих экзаменов. Я желаю, чтобы удача вам сопутствовала в сдаче этих экзаменов. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо и прекрасно. После зачитанного Надеждой Цыгановой приказа о допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса выпускников лицея поздравили с последним звонком гости мероприятия. От всей души искренне, от имени Управления образования, от себя поздравляю вас с праздником «Последний школьный звонок». Последний школьный звонок – это последняя ступенька в лестнице школьной жизни. Он вещает о том, что школьное детство, да и вообще детство, оно закончилось. Дорогие друзья, я желаю вам быть верными своей цели, своим идеям и лицею, который вам дал добротное, качественное образование. Последний звонок для наших ребят – это начало нового этапа жизни. Уважаемые выпускники, на протяжении многих лет вы вместе со своими родителями и педагогами переживали свои неудачи, победы. И сегодня именно тот день, когда мы можем подводить итоги. Дорогие ребята, вот именно сейчас, уже пройдя столько лет бок о бок, после выпускного, вы будете себя называть бывшие одноклассники. Вы на протяжении такого времени совместного, вы можете себя даже называть одной общей семьей. Вы будете на протяжении всех лет вспоминать, как весело, дружно вы жили в лицее, ведь лицей – это особенное учреждение. Именно в лицее особая программа и особый подход каждому ученику. Но я желаю всем быть на протяжении всей жизни уверенными в себе, выбрать именно ту профессию, которая вас раскроет, быть активными, ведь ходить на любимую работу – это самое дорогое, то стоящее, для чего мы и получаем наше образование.
В рамках торжественной линейки ребята вспомнили своих первых классных руководителей. Одарив их самыми искренними словами признательности и уважения, выпускники вручили своим первым учителям цветы и сфотографировались с ними на память. Поздравили 11-классников, покидающих стены лицея, и самые юные лицеисты. Песни с пожеланием счастливого пути. В свою очередь, выпускники выразили огромную благодарность своим педагогам. В сентябре уже новое поколение будет ваше испытывать нервы. Мы хотим вам сказать спасибо за науку, за веру, за мудрость, за учебу, прощение ошибок, за счастливое детство и юность. Спасибо вам! Лицей всегда славился своими умными, способными и талантливыми учениками. Поэтому и поздравления педагогам у ребят получились креативными, яркими и запоминающимися. Недаром помнится Россия, гитара родина, как и французов, да-да-да. Людмила Владимировна, спасибо вам за помощь с нам лесене в нашем обучении. Упорно принять. Раз, два, раз. Так, кто будет плохо отжиматься, вечером пойдет со мной в кафе. Вот! Встань! А теперь гуськом. Давайте. Раз, два, раз, два. Встань. Ну что, размялись? Так, а теперь прыгаем через котла. Ну что? Вот оно что! Дорогие Светлана Антоновна, Николай Александрович и Александр Олегович, спасибо вам! Интеграл, интеграл, интеграл на доске. Как во сне, как во сне, как во сне вижу я. Как найти, как найти, как найти их совсем. В честь любимого лицея, самых дорогих, ставших родными педагогов, со сцены из уст выпускников звучали особые слова. Решали тысячи вместе проблем, привыкли к внешнему цвету стен. Учились 24 часа и помним все ваши голоса. Мечтали, как покорить небеса, на мокром месте сейчас глаза. Мы будем помнить вас вечно, как были с нами в истоке, как утешали нас нежно, хвалили, если прилежны. О Боже, школа, школа, сходим мы с ума, уходим мы из школы, кругом голова. О Боже, школа, школа, будем мы скучать, не знает наша школа самая. Произошло очень много изменений. Вы из маленьких детей, у которых начали попадать молочные зубы, стали детьми, у которых выросли постоянные зубы, кои вы периодически применяете к нам, к своим родителям. Но, тем не менее, мы все равно вас любим, потому что мы очень долгое время вместе. В рамках торжественной линейки педагогов лицея и своих повзрослевших детей искренне поздравляли и выражали благодарность родители выпускников. Самым же трогательным моментом стали признания в любви детей своим родителям. Каждый из выпускников говорил сердечные слова своим маме и папе, стоящим на сцене. Вечерами спешу на свидание, но по-прежнему ты для меня самый-самый. Thank you.
Приближаясь к кульминации праздничной программы, выпускники исполнили традиционный школьный вальс, который будет звучать в их сердцах всю жизнь. Стремительно вальс по кругу, по кругу, как время удастся. Сжимал душистое белое вино, кружится опять на земле. Последняя встреча, последний экзамен, и в школе последний звонок. И веселая юность прощается с нами в преддверии дальних дорог. Останется навсегда в памяти лицеистов и мелодичный звон школьного колокольчика, который в этот день для них прозвенел в последний раз, возвестив о том, что детство закончилось. И теперь надо держать ответ перед лицеем, родителями, перед собой. Все радовались, веселились. Очень много было слез по поводу расставания с нашей любимой школой. Допущены до экзамена все, сейчас мы все ждем экзаменов. Я после лицея буду поступать в военно-медицинскую академию в городе Санкт-Петербурге. Но вообще у нас очень много физиков в нашем выпуске, очень много гуманитариев, очень много смешанных дисциплин, такие как гуманитарные, физические, например, или естественно-научный цикл. Они будут поступать, я знаю, в городе Екатеринбурге и в других городах, также до крупных городов и даже есть поступающие в Москву. Меня переполняет радость, и очень хочется уже окунуться в этот студенческий мир. Я свяжу свою жизнь, скорее всего, с чем-то вроде бизнеса или управления. Я благодарна всем учителям, которые нас обучали. Это титанический труд, который достоин не просто слова «спасибо», это достойно чего-то гораздо большего. Хочется сказать большое спасибо всем учителям за то, что они учили нас все эти 7 лет. Я пришла в лицей только в 5-м классе. Конечно, классным руководителям большое спасибо. Они, ну, можно сказать, даже терпели иногда нас. Большое спасибо последней классной руководительнице Татьяне Михайловне за то, что она научила нас в жизни. Мы теперь знаем, куда нам дальше идти. Со своей стороны Надежда Цыганова, директор лицея номер 21, пожелала без 5 минут выпускникам лицея удачи и успехов в ЕГЭ. Конечно, мы своим выпускникам желаем удачи. Удачи во всем. Но кроме удачи, ведь сама по себе не приходит. Удачлив только тот, кто трудится, кто ответственен, кто усидчив. И вот всего этого мы желаем своим выпускникам, чтобы тот объем знаний, который они получили за эти 11 лет, воплотился в ЕГЭ. И они написали эти тесты, получив, ну, как можно более высокий балл. По старой доброй традиции торжества последнего звонка. Будущие выпускники, загадав желание, отпустили в небо воздушные шары с надеждой на блестящие результаты в предстоящей итоговой аттестации и успех на вступительных экзаменах в вузы.